Что делать, если у вас защемлены нервы в шейном отделе позвоночника? Для начала нужно убедиться, что это так. Люди часто придумывают себе проблемы там, где их нет. То есть, если у него болит шея, он сразу заходит в интернет и давай, значит, общаться с такими же экспертами, как и он, чтобы установить, в чем же проблема. И до чего только люди не додумываются. У кого-то сразу защемлены нервы, кто-то придумает себе грыжу, кто-то триггерная точка. Вот триггерные точки – очень популярная штука. Хорошо бы, конечно, установить, что у вас действительно защемлены нервы в шейном отделе позвоночника. И если это действительно так, то вам нужно срочно брать такси и ехать к мануальщику. Если вы еще здесь и к мануальщику ехать не вариант, то я дам вам парочку фишек, которые помогут вам убрать это защемление. И даже если у вас нет никакого защемления, то эти фишечки вам точно не навредят. Но для начала нужно немножечко включить мозги и углубиться в суть проблемы. Защемление нервов в шейном отделе мало чем отличается от защемления в других отделах позвоночника. И если бы, например, у вас было защемление в поясничном отделе, то достаточно было бы пойти на перекладину, уцепиться за нее руками, повисеть, подергать ногами, и, скорее всего, сразу же боли вас бы отпустили. Но таким способом мы можем убирать защемление только в грудном отделе и в поясничном. Уцепившись руками за перекладину, шейный отдел позвоночника никак не растянуть. Наш позвоночник состоит из позвонков, в шейном отделе их 7, независимо от длины вашей шеи, и на каждом соединении между каждыми двумя позвонками из спинного мозга выходит 2 нервных отростка, влево и вправо. И если расстояние между позвонками сильно укорачивается, то вы этими же позвонками прижимаете какой-то или несколько нервов, из-за чего получаются боли и также нарушаются функции той части тела, за которую отвечает защемленный нерв. Например, если защемить определенный нерв в поясничном отделе, то у вас может отказать нога. Защемленный нерв – это не шутка, и решать ее, конечно же, лучше руками профессионала. Защемление также бывает и с смещением позвонков, и без смещения. Если у вас не было смещения позвонков, то достаточно просто растянуть шейный отдел позвоночника. Сделать это можно при помощи специальных приспособлений, которые, по сути, цепляют вашу голову и с определенной силой натяжения вытягивают. Также вы можете это сделать своими руками, ухватившись за свою голову, расслабив шею и вытянув ее вверх. Можно сопровождать наклонами влево-вправо, вперед-назад. Чем дольше, чем сильнее вы будете вытягивать свою голову вверх, и чем дольше вы будете это делать, тем лучше будет эффект. Но опять же, следите за тем, чтобы не было болевых ощущений и ощущений сильного дискомфорта. Если делать все правильно, то вы почувствуете облегчение при условии, что действительно у вас был защемлен нерв. Даже если у вас не было защемленного нерва, то все равно эти упражнения вам не навредят. Если же у вас было смещение позвонков, то лучше все-таки сразу поставить смещенные позвонки на место, потому что могут быть неприятности. Но смещения бывают, когда вас сильно стукнули по голове, вы там упали, либо вы резко дернули голову, либо делали какой-то финт ушами, то есть было какое-то сильное механическое воздействие, которое могло вызвать это смещение. Если этого механического воздействия не было на вашу шею, то, скорее всего, просто нет никакого смещения. Поэтому эти упражнения, они абсолютно безопасны, и делать их может любой человек. То же самое для вас может делать какой-то близкий вам человек, но опять же, это нужно делать без фанатизма, нужно спрашивать, как себя чувствует человек, шею которого вы вытягиваете. Оптимальное время вытягивания 2 минуты на один подход, между подходами делать перерывы по 1-2 минуты, добавить к этому желательно наклоны и повороты. Сейчас покажу, как это делается. Таких движений нужно сделать минимум по 5 в каждую сторону. Делать их можно в любой последовательности. В идеале их делать каждый день, утром и вечером. Не пытайтесь повернуть свою голову как-то сильно резко, чтобы, как знаете, в каких-то плохих китайских фильмах, когда боец там как-то прыгнул,
у него вывернулось плечо, подходит такой сенсей, такой, ха, дернул, и плечо стало на место. Вот с шеей такого лучше не делать. То есть, если вы дернетесь и что-то не так хрустнет, то точно нужно будет вам ее ремонтировать не дома. Добавить к тем упражнениям, которые я дал, можно еще растягивание мышц шеи. Если у вас болит шея, это еще не значит, что у вас защемленные нервы, она также может болеть из-за того, что у вас спазмы именно в мышцах, а не в позвоночнике, не в нервах. И для этого я советую вам добавить растягивание мышц шеи. И даже если у вас с мышцами шеи нет никаких проблем, растягивание все равно очень хорошо на вас повлияет и уж точно не навредит. Также в идеале делать это два раза в день, утром и вечером, хотя бы утром. Показываю, как это делается. Берем свои руки и упираем себе в подбородок, максимально опрокидывая голову назад. Вы должны почувствовать, как растягиваются мышцы передней части шеи и держать их в напряжении. Без фанатизма, не пытаемся отломать себе шею, просто почувствовали терпимое натяжение и держим 15-30 секунд буквально. То же самое в обратном направлении. Берем себе за голову, наклоняем голову по максимуму вперед и держим, ощущая натяжение в мышцах шеи. Достаточно сделать по одному подходу, и если причина боли в шее была именно в мышечных спазмах, то вас буквально сразу же отпускает. Есть старый прием, когда у вас спазм в какой-то мышце, пловцы это хорошо знают, они достают иголку из трусов и тыкают нужную мышцу, сразу же их отпускают. Либо же второй способ – просто растянуть мышцу, которая заклинила. Добавлю, что если у вас проблемы с шеей, то, скорее всего, у вас проблемы со всем организмом и со всем телом. У здорового человека шея болеть не может, даже если он не делает абсолютно никаких упражнений. Поэтому больная шея – это признак того, что у вас плохое здоровье. И если у вас проблемы с шейным отделом позвоночника, то, скорее всего, у вас проблемы со всем позвоночником. Поэтому займитесь своим здоровьем, ведите свой образ жизни. И если вы уж супер ленивый и вы хотите решить проблему только с шеей, то хотя бы делайте еще разминочные упражнения для всего позвоночника. Эти упражнения я прикрепил в описании к этому видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и до новых встреч. Да, и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик.